Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 5. Урок 10. Вычисли удобным способом, пользуясь свойством вычитания суммы из числа. 128 минус 28 плюс 4. От 128 отнимаем 28, будет 100. А затем отнимаем 4. Получаем 96. 949 минус 5 плюс 49. Сначала отнимаем 49, будет 900, а затем от 900 отнимаем 5. Ответ 895. 215 минус 97 плюс 3. Здесь можно записать таким образом, что к 97 мы прибавляем 3, получим 100. И тогда от 215 мы отнимаем сразу 100. Получается 115. Аналогичным способом мы пользуемся и в следующем примере. Не понемногу отнимаем сначала 5, потом 195, а сразу сложим 5 и 195. Получается, что от 302 нам легче сразу отнять 200, и мы получим 102. И в следующем примере аналогичный прием. От 81 отнимаем 38, затем отнимаем 2. Мы сначала к 38 прибавим 2, будет 40. И сразу 40 отнимем от 81, тем самым получив 41. 456 отнимем 356, будет 100. А затем из 100 отнимем 99. В итоге мы получаем 1. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.